мои любимые зрители, хочу поделиться с вами прекрасным рецептом для ухода за ногами, то есть за пяточками. После обработки ног таким способом ноги будут, подошвы, пятки, гладкие и нежные. Если подошвы ног сильно запущены, то нужно повторить эту процедуру несколько раз. Ничего не будет, кроме пользы. Так что давайте приступим. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Что нам понадобится? Для этого нам понадобится уксус, глицерин можно купить в аптеке, перекись водорода, наверное, у всех есть. И вот такая вот, как она называется, терка для ног. Можно взять пемзу. Нужно взять вот такую вот небольшую мисочку, такого размера, чтобы поместились в нее ноги. И налить 1,5 литра воды, чтобы она была горячая, но не очень, чтобы было комфортно ногам. Здесь у меня где-то 1,5 литра, нужно взять 4 столовые ложки перекиси водорода. Так, перекись водорода у меня 3%. Опускаем ноги туда и сидим. Если ноги сильно запущены, то посидите подольше. Вы не представляете, какой это кайф после тяжелого рабочего дня, когда вы целый день на ногах, принимать вот такие вот ванночки, знаете, ноги прямо отдыхают, и такое наслаждение я получаю. Попробуйте. И вот после того, как вы посидели минут 10-15, берете прибор, это у меня вот такой вот он двухсторонний, можно приобрести его, даже не знаю, я даже не помню, где я его приобретала, у кого есть пемза, у кого что. Здесь одна сторона такая грубоватая для таких серьезных, это более нежная. И начинаем потихоньку обрабатывать там. Сидим в воде, то есть ноги в воде, и обрабатываем пяточки, где у вас есть мозольки. Такой еще совет, на сухую не нужно это использовать, всегда смачивайте, потому что можете нанести травмы для травмы ног. Вот эта кожа, она нежная, особенно вот после зимы. Теперь готовим смесь, конечно, это нужно сделать заранее, я так и делаю, просто показываю вам сейчас. Для этого воспользуемся глицерином, нам понадобится столовая ложка. Не перепутайте уксус 9% столовый. Или можно взять яблочный. Берем 1/2 столовой ложки. Перемешиваем эту смесь тщательно. Теперь эту смесь нужно втирать наши ноги, где мы обработали. Смесь не жалеем. Ее можно сделать очень много. И то же самое на второй ноге. Скажу сразу, вот этой смесью можно смазывать ноги каждый день, потому что это очень полезно, нужно. И к тому же, что хочу сказать, эта смесь очень хорошо впитывается, не оставляет практически никаких там жирных пятен. Сразу впиталась, и после этого нужно надеть носочки. У меня смесь впиталась, я надела носочки. То хочу сказать, ванночки. Вот эту вот ванночку, вот она у меня здесь, нужно делать один раз в неделю, а вот эту вот смесь, каждый день вы ее просто наносите, она быстренько впитывается. Вечерами особенно вот я делаю, когда приду после работы, у меня ноги отваливаются, да, или там
устала за целый день. Эффект на самом деле потрясающий, попробуйте и точно убедитесь сами. Поделитесь с друзьями, может, кому-то тоже нужно. Все, всем спасибо за внимание, до следующих встреч.